Всем привет! И вот мы опять приехали на это озеро, где у нас самолеты. Много-много появилось самолетов. Вот сейчас взлетел, полетел по воде, прям так скользил, я не успела заснять. И очень много вот так вот стоит вдоль воды самолетов. Так вот сейчас приближу. Вот такие вот красавцы. Мы сейчас хотим проехать вдоль берега и поснимать, посмотреть. И уточки здесь плавают, я тоже вот смотрю. Много-много прилетело. Вот они. Красавицы плавают. А я зашла вот на такой островок. Вот между этими островками, вот так вот прям видно, да? Такие вот, как заезды. И вот самолетики. И около каждого самолетика есть вот такой вот домик, в котором всякие инструменты хранятся. Ну и вот он вот так выглядит, этот затон для самолета. Типа гаража. Вот. И вот там вот тоже у каждого домика стоят самолеты. А я зашла на такой вот этот островок между вот этими затонами. Тут оно под ногами немножко так это мягко слишком. И вот, смотрите, кучка, это лоси. То есть они сюда приходят на водопой, их тут очень много, похоже, бывает. Видать, они ночью здесь. Вот я здесь все это дело обхожу. Много-много. О. То есть явно не один лось тут. Вот так решила поближе подойти и поснимать самолет. Вот так вот едет и поет. Наушники в ушах, он на всю улицу поет, едет. Вот такие вот домики. И вот такие маленькие автобусики здесь еще бегают интересные.
вот показала вам, какие объемы самолетов, количество какое самолетов, что это не единичные случаи, что здесь огромное количество людей на самом деле имеет самолеты, здесь большое, значит, обслуживание, то есть все есть для обслуживания этих самолетов. Люди пользуются. На Аляске это очень востребовано, потому что, опять-таки, территория большая, а дорог между городами, между некоторыми нет, и только воздушный транспорт или морской. Ну, морской — это пароходы, корабли, а вот лично что-то куда-то полететь, кто по работе, кто по бизнесу, кто личные самолеты себе покупает, покупают себе землю где-то подальше. И на самолетиках всей семьей ездят на фазенду, как говорится, отдыхать. Ну, вот так вот они летают, видно, да, вот мы за ним как раз двигаемся. Вот, ну все, всем пока-пока.